праздником, друг! Это тебе. Мы дарим друг другу вещи. И нужные, и бесполезные. Хватит дарить мусор. Я Скоробогатов Сергей, основатель проекта «Подарить дерево.рф». Этот проект для того, чтобы люди смогли друг другу дарить настоящие новые живые деревья. Почему это лучше очередного мусора из магазина? Мы покупаем ненужные вещи, дарим их, и тут же они выбрасываются либо через какой-то период. Мы просто захламляем свою планету, мы истощаем невосполнимые ресурсы, а когда мы сажаем деревья, мы делаем только хорошо. Меня зовут Лаптев Кирилл, я участник проекта «Подарить дерево РФ». Я занимаюсь продвижением его в социальных сетях. Дерево – это тот подарок, который принесет пользу природе. Оно будет расти, и это вклад в будущее нашей планеты. «Подарить дерево» – это проект, который помогает людям дистанционно посадить деревья через наш сайт. Посадить удаленно дерево очень просто. Нужно зайти на наш сайт «Подарить дерево.рф», нажать на кнопку «Подарить» и получить электронный сертификат о посадке с точными GPS-координатами места высадки, фотографией и именной табличкой, прикрепленной рядом с деревом. Мы сделали вывод для себя. Мы будем сажать деревья. Вот это самый главный вывод. Дарите любимым живые деревья вместо срезанных цветов.